Добрый день, меня зовут Олег Росу, я с Западной Украины, с города Ивано-Франковска. Мне очень приятно, что у меня есть возможность показать свои работы, и мне очень приятно, что эти работы, возможно, вам и понравятся. Эта работа называется «Город». Города бывают разные, бывают чистые города, бывают грязные, но в основном люди не стараются держать их в чистоте, в экологической чистоте. В центре из металла видно, что это существующая система, которая вращается, не стоит на месте. Она представлена здесь под цвет металла, она есть металлическая. Конечно, каждый сам может представить себе любую картину, но работу я назвал «Город». То же самое это металл, полимер и стекло. Время не стоит на месте, поэтому поставил часики сюда. Время любого города кипит. Вращается, не стоит на месте. По богам я представил насекомых, которые живут в городе или вне города. Они как бы хотят нам дать понять, что мы должны ставиться к окружающим в среде намного аккуратнее и бережливее. Ведь мы живем в этом городе. Большое вам спасибо.